Сейчас этот меморандум уже служит основой для обмена информацией и организации пилота. То есть это, по сути, вот по результатам этого меморандума мы увидим пилотный проект. Он не имеет специальной пошаговки, потому что ее нужно выстроить после того, как стороны обменяются информацией, то есть раскроют потребности, внутренние технические особенности друг друга. И тут же надо доказать, что действительно блокчейн привнесет новое качество государственных услуг вот в результате этой кооперации. Стороны настроены очень конструктивно и хотят, чтобы и для общества было понятно, и для самих сторон было очевидно, какие KPI они могут выставить в рамках этого проекта. А для этого нужен вот эта такая раскачка, пилоты, подтверждение концепции и только потом переходить к каким-то масштабным внедрениям. Государство, оно на самом деле настроено получить как можно больше выгоды себе лично, вложив как можно меньше денег. При этом будет проверка на достаточную секьюрность этих программ, поэтому государство просто не пытается решать те вопросы, которые его компетенции не относятся. Сейчас идут пилоты, но есть один из принципов, по которым договаривались. Есть желание осуществить, здесь реализовать схему государственно-частного партнерства. У Bitfury нету желания получать финансирование от украинского государства, нету таких намерений. И есть понимание того, что этот проект на тех деньгах, которые может выделить украинский бюджет, вряд ли можно реализовать. Поэтому будет совершен поиск того формата взаимодействия. Но это пусть Георгий подтвердит, что я могу это говорить. Да. Мне кажется, что сейчас происходит, это очень круто. Мы наблюдаем такой, по сути, хайп вокруг блокчейна. Причем наметилась какая-то гонка и конкуренция. Наш северный сосед явно пытается что-то сделать свое. И я в этом вижу только хорошее то, что это подстегивает в этих реформах. У Украины не так много есть точек прорывного роста. А особенно тяжелая сфера госуправления, государственных услуг, ну, она требует невероятных вливаний, усилий. А блокчейн здесь представляется, вот эта кооперация представляется таким коротким путем. То есть мы можем, по сути, из средневековья сразу пробежать путь индустриализации и выйти в 21 век. И я думаю, что это очень круто, это большая возможность. Это еще не, само по себе это не успех. Ну, то есть пока это неправильно не подавать, не воспринимать это как то, что мы уже чего-то добились. Но мы стали на тот путь, где мы оказались на полшага, на четверть шага впереди, чем многие другие страны. И ну, этим стоит гордиться. Об этом пишут уже мировые издания. Теперь главное это не потерять. У Украины пока есть миллиметровая фора. Ее нужно только наращивать.